Итак, всем привет. Вот она, наша долгожданная посылища, большущая. Это наш комплект Arduino. Сейчас мы ее откроем. Она даже в камеру тут не помещается, так сказать. Мы ее откроем и посмотрим, что же нам пришло. В первом видео я уже говорил о том, что мне пришла Arduino. Вот как она запакована. А оказалось, не Arduino, а только крепление, так сказать, бампер для Arduino. Ну, пакет я выбрасываю. Так, о, какая укурыщитая, так сказать, пленка. О, шнур. Вот он, шнурочек. Так сказать, USB с входом. Так, ага, вот она, сама Arduino. Да. Я ее уже, так сказать, собрал. Вот она, вот так она в боксе выглядит, чтобы ее статика не пробила, на болтах закручена. Arduino Uno у меня, господа мои хорошие. Ну, тут так сильно не видно-то, что, так сказать, в ней изменилось, не изменилось. Ну, закрылась она в коробке такой твердой, чтобы, так сказать, все было хорошо. Так, это антистатический пакетик. Далее идем к распаковке. Кейс. Вот он, наш кейсик. Сейчас мы все уберем. Arduino. Пакетики все. Кучу. Итак, шнур. Сама плата Arduino. Я думаю, вам видно. И кейс. Так, открываем. Надо показать, чтобы все поместилось-то. Видно? Господа хорошие. Но это мы отложим. Вы уже видели, я ее сюда положу. Открываем кейс. Видим дисплей. Какой подсоединять, чтобы можно было. Так. Буду выкладывать, наверное, вот на вот эту стенку. Так, стенка. Так, дисплей. Карточка, я так понимаю, это AirFit. Пультик в комплекте идет. Это, я так понимаю, питание дополнительно к Arduino подключается. Сейчас я вам покажу, куда. Так, это вот сюда. И крону. Обычную нашу, чтобы можно было без шнура питания, так сказать, пользоваться Arduino. Так, ладненько. Шнурочек. Это шнурочек. Так, продолжаем. Что мы имеем дальше? Так, ага, набор кнопок. Макеточка. Все щелкает, все работает. Так, ладно, положим на место. Так, ага. Панель. Клеющаяся. Это куда? Я так понимаю, макетка вставляется. Все компоненты и запитываются. Чтобы можно было собирать какие-нибудь наборные. Так, ПЛС. Вот она вставляется. Насколько мы видим. И к ней можно потом будет крепить всякие разные приборы. Так, идем дальше. Датчики. Я даже не знаю, это датчик. Так, здесь это не микрофон. Так, светодиод отдельно. Это FE-RGB. Я думаю, датчик света. На этой платочке не написано, но я думаю, что это плата. Датчик звука, что ли, раз здесь микрофон. Не знаю даже. Напишите в комментариях, что это за плата. Я еще сам не знаю. Так, это датчик тоже. QC какой-то написан. А, это датчик, как я помню, противопожарной сигнализации может работать. Датчик газа, так сказать. Или дыма. Напишите даже, ребята, в комментариях. Так, тут еще ПЛС-очки.
Одна такая, другая такая. Далее циферка отдельно. Еще цифры набор. То бишь, как я и говорил, можно соединять на макетку. Видите? Присоединил и все. Дальше светодиодная панелька, которая будет лампочки загораться, как вы захотите, как на программу пропишете. Так, ясненько. Идем дальше. Так, поднимаем. Так, я, наверное, сюда все уберу. Так, полоска. Так, шнурочек. Ладно, дисплей аккуратненько, чтобы не разбить, там ничего страшного. Так, и дальше. Куча проводов соединительных. И еще какой-то там датчик. В пакете не буду пока распаковывать. О, сервомотор. Даже не крутится, так сказать. Насколько он? 5 вольт. Понятно. Посмотрим, что с ним можно сделать. Какую программку написать. Так, провода пока в сторону. Вот еще один какой-то Tower Pro микро серво. А, вот это, это как раз таки и есть сервопривод, который крутится потихонечку для открытия дверей и всего остального служит. Вот тут у меня AirFit, как я и говорил, карта плюс две платы даже положил. А, ну два набора, потому что засунул. Понятно. Вот она вот такая вот карточка. С другой стороны ничего нету. Вот так как бы прикладываем. И карта должна сработать. Или же таблетку. Кому как. Кто за, как запрограммирует вот к этой части платы. Так, идем дальше. Это мы туда пока уберем. Так, что мы тут еще имеем? Датчик, еще какой-то датчик, ABCD, лампочки, резисторы, микросхема, не знаю даже. Ребят, пишите в комментарии. А, это, мне кажется, плата. Угу, сенсор, это как раз таки в землю. Это поливочный, так сказать, создавать. Кактус, кто-то уже видел, наверное, видео такое. Там джойстик. Кнопка, я вижу, большущая. Это платье. Так. Так, что мы тут еще не нашли? Вот еще платка. Не знаю, видно вам, быть не видно вам плата внутри. От чего? Это набор как раз-таки радиодеталей. Всякие микрофоны, кнопки, резисторы и все такое. Батарейка с чем-то, так сказать, внутри идет, все блекует. Пока не буду распаковывать, не знаю еще. Ну и все. Набор мне обошелся где-то в 2000. Не так уж и дорого. Смотрите, сколько датчиков, сколько всего проводов. Если даже заказывать на Алиэкспрессе все по отдельности, вам выйдет намного дороже. А я брал его плюс... Когда была распродажа на Алиэкспрессе. Это, кстати, самое хорошее время, когда можно что-то заказать для себя. Ну, а вы пишите свои умные комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам видео нравится. И до скорого. Ждите обзор, когда я буду пробовать писать свою первую программу на Arduino. Я обязательно сделаю видеообзор этого, чтобы посмотреть, и люди посмотрели, для чего, так сказать, она вообще нужна, эта Arduino. Не просто так ее покупают люди. Всем до скорого. Пока.